Так, здесь есть консьержка, возможно. Да нет. Не, ну там висела, знаете, на консьержку. Ну, висела. Сейчас-то ее нет. Ну, понятно. Ну, вообще я говорил, что может, возможно, что есть. Ну, по каким-то дням, возможно, она и сидит. Ну, значит, нам просто повезло. А сегодня либо выходной, либо уже ушла. Ну, да, время-то уже 8 часов. Точнее, уже 8 часов. Лифт перекрашен, кстати. Давай теперь ты отправишься тогда. Тогда давай я до третьего. Угу. Ага. Только что починил его, кстати. А что с стоял на этом этаже. Я двери раздвинул чуток, и он тут же поехал. Обалдеть. Значит, он глючит. А я смотрю, что-то там некорректно кнопка работает на третьем этаже. Прямо приезжает, говорит, этот лифт. Так, давай зажигать дальше. Ну да. Пробать было лучше. Вот, все, разрядился. У тебя разрядился? Нет.